Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи замечательной поэтессы Веруни Шумиловой. Композиция называется «Камин пылает, искрами звеня». Музыка исполнения Самуила Лафрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Так хочется тепла, ночной слады, от жизни, что дается только раз. Так хочется любви большой награды, не завтра, а сегодня и сейчас. Уют на спальне, кружит мое ложе, пять розовых свечей жгут жизнь свою, чтоб красоту ночных утех умножить. И я пред этой роскошью стою. Играй искрами, камин пылает, выводит он мелодию огня. Но почему же он не понимает, что далеко сейчас вы от меня, а он для вас горит и пламенеет, и искры, словно звезды, лишь для вас, и ложе кружевное не стареет, и ждет, чтоб наступил счастливый час. Рассвет в окне моем, поникли свечи, и мой камин устал гореть, пылать. Вы слышите, ведь завтра будет вечер, и можно нашу песню продолжать. Так хочется тепла, ночной услады, от жизни, что дается только раз. Так хочется любви большой награды, не завтра, а сегодня и сейчас. Так хочется тепла, ночной услады, от жизни, что дается только раз. Хочется любви большой награды, не завтра, а сегодня и сейчас. Так хочется любви большой.
а сегодня и сейчас. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт романс», «Камин пылает», «Искрами звеня». Стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».